Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и, ребята, мы продолжаем с вами играть в Hustle Castle. Так, я смотрю, у меня ребятушки в тренировочной комнате получили по уровню. Так, 13 и 23. Это очень даже хорошо. Так, собираем ману. Так, отдалим камеру. Денег у нас 126 тысяч. Это замечательно. Забираем настроение. И смотрю, плотники у меня по уровню получили. Значит, 5 и 6. Так, повар у меня получил 5 уровня. Так, еду мы пока не будем трогать. Ну что же, наверное, ребята, нам пора сходить на орков. Как раз у нас вторжение. И вот они, наши первые кандидаты на погибель. Жалко, конечно, что у меня очень мало магии, но, в принципе, она нам не понадобится. На орков я даже ее тратить не буду. Так, ставим новенькую взамен. Ну и, наверное, думаю, что надо еще один лечебный луч поставить нам. Пригодится в дальнейшем. Ну что же, давайте, ребята, в бой. Поехали. Так, ну что, тут трое абразин у нас встречаются. И я думаю, что, в принципе, абсолютно никаких проблем у нас не будет. И я решил, ребят, сегодня, наверное, пофармить орков, как вы просили, набить этих сундучков. И вдруг мне что-нибудь хорошенькое из него выпадет. Хотя, если честно, я в этом очень сильно сомневаюсь. Так, давайте, ребята, отхиливайтесь у меня. И пойдем сейчас с вами сразу же на следующий бой. Так, 17 часов 53 минуты у меня еще будет исследование идти. 15 часов 31 будет апаться у меня лаборатория. Денег нам нужно, ребята, очень много. Очень много. Я буду копить на тренировочный центр. Он мне очень сильно нужен, потому что без него практически я встал на месте. Броня будет готова через 3,5 часа. Времени у нас вагон, поэтому фарм, фарм и еще раз фарм. Лишь бы только орков у нас хватило. Так, ну давай, 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 родной. Дохиливайся, там немножко тебе осталось. Таблетки он там жрет у меня, ишь ты. Таблеточник. Так, ну что, отлично. Продолжаем, ребята, с вами долбить этих орков. Так, тут у нас аж в 2 вторжения, да? Поехали. Ох, какая бригадка, как раз по мне. Что там у них, 21 тысяча мощей? Это бред полный. Так. А мощи, ребята, я так понимаю, это наши жизни. Вот в чем суть. Так. Лежать. Лежать к ноге, я тебе сказал. Пуляет он там мне. Ну что же, разбомбили. Получаем еще один сундук. Сейчас, как обычно, их поставим в отхил. А, тут только у нас красава будет хиляться. Ну, это хорошо. Так, давайте пока посмотрим, что у нас вообще. Ну, 17 тысяч это вообще дети просто какие-то. В общем, еще 2 вторжения у нас. Угу. Маловато будет, ребята. Это что, получается всего 4 сундучка? Да, по фарму называется. Ну, тут можно еще заработать, видите, один. А, как раз я завалю этих всех. И будет у меня... Блин, ребята, по большому счету я прилично сейчас должен набить сундуков. Плюс за задания, за прогрессы и так далее и тому подобное. Так что не стоит печалиться. Уж из 6-то сундучков должно быть что-то нормально это выпасть. Иначе смысл тогда фарма моего. Так, ну все, красава у меня отхилилась. Давайте, ребят, продолжим. Так, вот у нас очередные ребята. 21 тысяча у них мощей. А нет, ребята, я ошибся. Нет, ничего подобного. Мощи это не жизни. У них 21 тысяча мощей, а жизни у них было 19 100. Чё-то я немножко лопухнулся. Ладно, бывает. Так, ну что, орки, давайте падаем. Как говорил я в прошлой серии, теперь я вас буду доить. Так оно и будет. Замечательно. Итого у нас уже 3 сундука. То бишь шанс на выпадение какой-то плюшки. О, еще и прогресс у меня там как раз делался. Это получается будет 4 сундука. Да, так оно и происходит. И тут, в принципе, еще... Да, еще прогрессов много у нас. Тут 4 надо сделать, 4 стрелка убить. Думаю, из... А, в принципе, ребята, у нас же там... Сколько орков-то осталось? Я уже и не помню. По карте. 500 тысяч.
У меня осталось только за 500 штук, это кухня, ребята. Ну, кухню мне не к спеху, потому что, как говорится, куда мне тратить яблоки, если я даже не могу нормально идти и воевать. Вот когда сделаю себе тренировочный зал, когда раскачаемся, возьмем свои шмотки, которые у нас там лежат запылившиеся, тогда есть смысл раскачать и кухонку, чтобы, как говорится, можно было спокойно ходить и бить. Надо мне еще, ребята, как-то скинуть рейд. 1416 это никуда не годится. Так, ну что, вот еще у нас орки. Это вообще мелюзга. Сейчас мы их просто раздавим своей мощью. Так. Ну, маг не жилец. И эти два сопряжу я тоже. Отдыхать сейчас лягут. Все, ребята, лежите здесь. Здесь озерцо. Точнее, речушка. Как раз хорошее место. Портал вон там для вас. В общем, наслаждайтесь. Ну, а у нас, ребята, уже 5 сундуков. Ну, это очень хорошо. Меня это радует. Единственное, что... чтобы хоть что-то выпало из них. Путнее, нормальное. И желательно на мой уровень. Интересно мне знать, а почему Юлиана у меня просто так ходит, а? Там все равно у нас ничего не качается. Иди он в казначейку. Будешь тут у меня сидеть. Как раз у тебя там 8 уровень. Будешь... подавать всем пример. Так, ну что там? Батыр. Ага. Вот единственный, кто у меня добывает дерево, это батыр. Остальные ионные там дружбаны поднимают себе уровень. Ну что там, родные мои, все. Все, давай, маг, иди, набирай себе хпшки. И сейчас мы ворванем в очередной раз. Так, Юлиана, подожди немножко. Давай-ка мы тебя отправим в древесину. А, тут занято. Так, постой пока здесь. А Валерию мы, ребята, с вами отправим, наверное, знаете куда? В казначейку, да. Пускай она там постоит. А Юлиану мы поставим в этот, в деревообрабатывающий, короче. Поменяем местами. Так, она побежала. Валерия, давай быстрее беги. Так, Юлиана, ты иди сюда. Все. Вот так будет самое оптимальное. Ну что, ребята мои... готовы к очередному бою. И, в принципе, готовы и мы. Ну-ка, вот у нас, по-моему, последнее вторжение, ребята. 28 тысяч мощей. Ерунда это все. Для нас это расплюнуть. Так что, ребят, давайте нападаем на них и разбиваем их в хлам. Давай, орки, что вы, покажите, на что вы способны. Нищеброды вы этакие. А, все-таки завалили, да, красу? Но это, так, лишь фикция. Так, давай, маг, падай. Падай, я сказал. Второй тоже упал. Ну что, итого мы получаем 6 сундуков. И можно, в принципе, сейчас, наверное, ребята, вскрыть. Если я, конечно, ничего не путаю. Так, иди лечись. Ага, тут уже у нас нормально так повреждения нанесли. Ну что, есть вторжение? Все, ребят, вторжений больше нету. Всех орков мы разбомбили. Остались только игроки. Так, давайте возьмем магию. Поставим вместо нее новую. Димамба. Димамба. Давайте глянем Димамбу. Мне очень интересно посмотреть, на него или на нее. Так, 33 тысячи мощей. Дофигища. Хорошо, а есть у нас кто-нибудь полегче? Денис. Ну-ка, Денис. Ой-ой-ой-ой. Не, Денис, иди отсюда. Даже и думать об этом не буду, чтобы на тебя нападать. Это смерти подобно. Так, кто? Владиус. Владиус у нас... ну... постольку, поскольку, да. У него два воина, маг. А, два мага, значит. Наносит урон. А здесь... воскрешает, то бишь... ага, ну, в принципе... в принципе, можно его попробовать потом наказать. Попытаться. Панградор. Пандрагор, блин. Так, а тут вообще 30 тысяч мощей. Маг, лукарь, воин и еще один маг. Ага, этот маг с уроном. Так, ну, булава это не страшно. Блин, опять воскрешальщик, а. Что у них всех за мания это пошла, воскрешальщиков этих делать? Не делать, а брать к себе в компанию. В партию свою, так скажем. Ну, в принципе, все логично. Давайте, ребята, вскрываем с вами сундучки. О, на казначея выпала куртяжка. Это хорошо.
Вау, кольцо дровосеком. Тоже круто. Так, дайте, дайте оружие, ребята. Или броню, или оружие, или броню. Ну, пожалуйста, ну, ну. Так, опять на казначея. Что-то сегодня день у казначея фартовый. Так, ресурсы. Ну и последний, ребят, сундучок. Ну, блин, скалка. Даже поварам фартануло, блин, а мне нет. Моим ребятам-воинам, которые своей, так сказать, грудью прикрывают замок, ничего не выпало. Печалька, конечно. Но не будем расстраиваться, чё. Так, тут по прогрессам у нас убейте вражеских стрелков. Две штуки. Угу. Кого бы, блин, накумарить? Давайте, наверное, Владиуса. Так, 33 тысячи мощей. Ну, я думаю, ну, не справимся, так не справимся. Ребят, все равно я хотел скидывать себе рейтинг. Так, одну магию я использовал. Как видите, нифига она не помогла, блин. Вторая тоже, вообще практически ничего не отнимает. Так, краса моя сейчас упадет. Ну, посмотрите, она в этот раз держалась у меня молодцом. Довольно крепенькая оказалась. Или просто у него тут воины слабенькие. Так. Слушайте, ребят, по-моему, я эту каточку затащу. Да, скорее всего, да, я ее уже затащил. Что же, меня это... Да хорош тебе воскрешать этого мудозвона. Вот, лежать всем. Абсолютно. И я получаю неплохо 50 тысяч золота. Золото для меня, как вы понимаете, сейчас в приоритете. Давайте-ка идите, хильтесь у меня. Хорошо поработали, на славу. Тут никаких претензий нет, нареканий тоже. Так, прогресс, ага. Троих еще надо, да, убить воинов. И двух стрелков. То бишь это лучников получается. Ну, хотелось бы верить, что у меня это получится. Так, пройден вторжение, 80. Ребят, буквально два боя мне не хватило с орками, чтобы получить синий сундук. А уж с синего сундука, как вы понимаете, выпало бы обязательно что-нибудь стоящее. До следующего боя надо ждать почти 11 минут. Да, это долго. Ну, если мы успеем, то, конечно же, подеремся. Так, поменялись, ребятушки. Быренько, быренько, быренько меняемся. Отлично, возвращаемся. Да, конечно, вот то, что я победил, это хорошо. Но рейтинг опять немножко вырос, и это плохо. Так, давайте колечко. Вот тут у меня где-то нужно быть. О, прекрасное просто. 248 ресурсов в час. То, что надо, Арнолюшка, я в тебя верю. Ну и где мои любимые... Так, отхилился. Любимые, так сказать, казначеи, для которых у меня появились новые курточки. Надо посмотреть. Так. Две новых куртки. Вау, а, елки ты палки. На седьмой уровень, блин. Ну что за засада, а? Так, у тебя какой, да. Так, у тебя седьмой. Как раз вот тебе, наверное, подойдет. Ну-ка, вот, будешь носить. Носить тебе ее не сносить. Ух ты, а это еще даже лучше. Хоть и выглядит как-то низкосортно, но по параметрам-то все равно выше. На 6 очков. Так, елки-палки. Так, ну что, нам надо, значит, ребята, еще куда-то одну куртяшку. Что-то залагало, видать. Видать, кто-то на меня хотел напасть. Проверил мой замок. Да, бывает такое. Так, у тебя-то как дела обстоят? Нет, ты не можешь носить. А вот эту вполне. 72 ресурса в час. Это, конечно, ничтожно мало. Вообще. Капля в море. Так. У меня еще одна такая же куртка. Дерьмовая. Надо будет... как-то с этим разбираться, ребят. Что это за 72 ресурса в час? Это практически просто так будешь стоять у меня. Так, где мои казначеи? Ну-кася, вот. Это я понимаю, 8 уровень. Так, одевай куртяшечку. Нет, это слабенько для тебя. И больше, в принципе, тебе ничего нельзя надеть. И иди-ка ты туда, вместо той слабенькой девчушки. Так, одеваем ей этот амулетик еще. Все, вот теперь она просто одета по фэншую. Все, тут не докопаться. Сколько она будет давать мне? Вот, видите, 684 ресурса в час. Ну, никак не 72. А ты иди дальше у меня. Продолжай тренировать свои навыки в счетах.
Ну что, мои ребята прокачались. Отхилились, конечно же. Так, поваренок. Давай посмотрим скалочку. Вау, скалка-то. Ядрить ее на корень. 690 мочей. Ой, мочей, да что же я уже запинаюсь-то, а? Ресурсов выдает. Да, конечно, меняем. Ну, елки-палки, теперь все, ребята, у меня голодать уже никогда не будут. Да, сковородочка слабовата, а у этой нету. Вот, будешь со сковородкой стоять. Тебе она в самую пору. Ну что, в принципе, по дровосекам, по казначеям и по поварам у нас все на ладе. Так, боец до 14 уровня прокачался. Так, что я не знаю, ребята. Можно сходить на карту, может быть, кого-нибудь посмотреть, пощупать. Ну-ка, си, давай глянем, что он тут из себя представляет. Так, давайте замес на нее ставим свеженькую магию. Будем теперь лепить фаерболы. Так, что он там с улыбочками у меня? Ну-ка, си, давай-ка. Так, 30 мощей. 30 тысяч, я имею в виду, мощей. Ну что, давайте попробуем, как оно получится, у нас не получится. Так, замки, я смотрю, у них не особо такие выстроены. По крайней мере, на балконе нету этого снегиря, который обычно там сидит и пуляется по нам. Так, воина мы убили. Слушайте, блин, вот нет, не получится по ходу дела, потому что мои уже упали все. А хиллер, точнее этот... Ресальщик у них еще до сих пор жив, да. И только благодаря этому они меня сейчас распинают. Ну, ребят, я не буду отчаиваться, я и так хотел скидывать рейд себе пвпшный. Так уж и быть, пускай 15, минус 15 этих пвп очков. Итого у меня 1415. Мне еще буквально бы разиков 6-7 скинуть, хотя бы до 1300. Ну ладно, ребята, пока нам здесь делать нечего, давайте увидимся чуть-чуть попозже с вами. Всем привет. Ну что, ребята, продолжаем Hustle Castle. Так, получает по уровню 15 и 24. Ну, казначей у меня 3 и 8. И плотник 4 уровня получил. Так, я смотрю, еще у меня поваренок 6 поднял уровня себе. Так, с бабками что у нас? Еды нормально, денег у нас 220 тысяч. Это меня радует. Ну что, вот у нас и свеженькие орки. Правда, жалко один. Ну да ничего. Как говорится, из драной овцы шерсти клок уже хорошо. Так что сейчас будем его мурыжить. Ну-кася, накумарим эту великолепную красную троечку. Давай. Магистр кислых щей упал. Теперь эти два охотника. Упади. Упал, тебе сказал. Упал. Блин, хорошо, что у орков нету магов, которые могут резать своих воинов. Вот было бы запара бы конкретная. Ну что? О, я еще и прогрессик выполнил. То есть у меня получится уже два сундучка. Хм, фартит. Это хорошо. Мне это радует. Так, что тут у нас? Блин, а может булаву, ой, булаву, может быть ей вот эту поставить? Нет, булава, да. Булава вердикт называется. Пускай она ходит и оглушает всех. Правда, там такой шанс мизерный, что я даже не знаю. Ну что, вот они наши два сундучка. И пора, ребята, вам отсылать подарочки. Ну что, с подарками я закончил. Всем, ребят, спасибо большое, кто высылает. Очень это ценю. Я по возможности высылаю вам тоже. Я делаю как? Через игрока. Чтобы не сразу к ряду, а через одного. Делаю, чтобы никому не было обидно. А там уже, как говорится, кто как попадет. Ну что, орки, здорово, ребятушки. Так. Падай. Так, это у меня 6 сундуков, да, сейчас будет 7. О, вот это вот хороший будет у нас вскрытие сундучков. Ох ты, я еще и получил синий сундук. Итого 8 сундуков. Блин, классно, классно. Надеюсь, что-нибудь вкусненькое выпадет. Так, ну что, орки у нас исчезли. Филинг, ну и имя, Филинг. Ах, назвался он. Давайте вскрывать, ребята, и смотреть, что нам выпадет.
Так, ресурсы. Ресурсы, ребята, мне сейчас, если честно, тоже нужны. Ну, особенно, конечно же, денежка. Так, тоже ресурсы. Давайте красный вскроем. Тут много денег должно быть. 15 тысяч, нормально. Пошел очередной у нас. Так, что это за прогрузы у нас тут начинаются? О, щипцы. Это, по-моему, если не ошибаюсь, казначеем, да? Да, вроде бы им. Опять ресурсики. Синьки оставим на потом. И что? О, алхимикам даже выпала куртяшка. Ну и последний синий. Так. Робана-мага. Ну что же, теперь остается только, ребята... Так, рабишка. Так, на 8 уровень алхимика. Так, где у меня алхимики? Блин, я уже... Ага, вот алхимики у меня. Ну-ка, ты вообще мне без всего. Так, а тебе не подойдет. Блин, ты у меня слишком слабенькая для ношения этой великолепной куртяшки. Ладно. Так, давайте глянем тогда щипцы. Блин, да что ж за засада-то? 7 уровня надо казначейство. Так, ну-ка давай вот у тебя глянем. Так, вот, великолепно. А эти счеты мы, наверное, отдадим кому? Отдадим-то их. Так, вот, у нее нет ничего. Ей и отдадим, пускай считает, учится. Повышает мне деньги. Так, теперь давайте глянем. 345. Да, конечно, давайте одевать. И, в принципе, все. Ага. А Милана у нас вообще без всего, да? Хотя Милана у нас просто так там тусуется. Ну, да ничего. Пускай просто стоит и наслаждается, как ребята мои добывают манну. Так, давай-ка наденем вот эту. Она 310. Она даже лучше, чем та. Та всего 250. Ну, в принципе, мне это нравится. Так, ну что, ребята, с сундуками мы закончили. Больше у нас возможности пофармить нету. Орков, как говорится, нету. Остались одни герои. И я могу только предложить одно. Просто идти тупо сливать рейд. Все равно у нас яблок, как вы видите, куча. На кого тут можно напасть? Давайте глянем. 24 тысячи мощей. В принципе, ребята, я думаю, можно напасть. Так, лучник, маг, маг. Давайте рискнем, как говорится, своим здоровьем. Что у нас из этого выйдет? Ёлки-палки, смотрите, а. У него этот снегирек сидит на балконе, блин. Ну, это, конечно, плохо, ребята. Это очень плохо. Хотя, нет. Нифига у нас не получается. Да ядрите его на корень. Все из-за этого снегиря, который там сидит, блин. Зеленожопницкий. Стреляет, блин. Станет меня. Вот вонючка мелкая, а. Была бы у меня рогатка, как дал бы ему в глаз, чтобы слетел оттуда. Ну да ладно, ребят, что, это я просто прикалываюсь. На самом деле все нормально, слил себе немножко рейтинга. Я к этому, в принципе, и стремился. Так, что, может быть, заменить робу? Он же все-таки маг у меня. Попробовать. Так, лук, арбалет. Давайте арбалетчику, наверное, поставим его необычную броню, которая, в принципе, ему и должна принадлежать. Как говорится, сделаем все по статусу. Так, ну что, давайте их теперь в отхил поставим. Я вот не знаю, вот эта вот булава, которая у красы, если честно, она мне не особо нравится. Да, она по атаке сильнее, но вот этот, как ее, статус оглушения с таким ничтожным процентом на 2,5 секунды ни разу не видел, чтобы он сработал еще. Так что фиг его знает, может быть, даже придется снять. Так, Матвей, что ты у меня приуныл? На, вот тебе робу и не грусти больше. Так, ну, подвеска как раз для тебя. Может быть, вот эту поставить, сферу, а? Сфера, она все-таки делает как массовый удар. Ну, тоже как-то малоэффективно. По крайней мере, у меня. Может быть, когда они в этой ходят в робе в полной. Ну, я имею в виду, маг ходит в магической робе. Она ему дает силу к магии. Тогда, может быть, какой-то есть эффект. А вот в тяже... Никакого эффекта нету. Бьют всего лишь по обычным своим статам. Если там написано урон 250, то он и бьет свои 250. А с магией он уже может бомбануть и на 600, и на 800. Так, все, красе я поменял топор. Нечего ей бегать с этой дурацкой булавой. Я вообще-то топорную, булаву эту разберу ее на запчасти.
Я для чего ее удержал, ребята, это когда хотел на некроманта пойти, там нужны чисто воины. Потому что он магов и лучников уничтожает. Ой, всего одна магия, плохо. Вот, и я как бы эту булаву берег именно для этого случая. Но, как вы видели, в том походе, когда у меня три воина побежало, и он их просто всех положил, я понял, что я слишком еще слаб, и мне нужно развиваться. Ну, а чтобы развиваться в дальнейшем, естественно, мне нужно накопить деньги себе на тренировочный зал. Только там я смогу поднять своих бойцов до 40 уровня, одеть шмотки им путевые, и тогда у нас, ребята, двинется прогресс с места. Так, куда ты бежишь, маг? Ты припух, что ли, Савелюшка, а? Родной ты мой, блин. Побежал уже он в тронном зале там разгуливать. Нет, так дело не пойдет. Ну что ж, думаю, будет вот так, наверное, оптимальненько, да? И теперь, если мы... Вот я, кстати, к чему это сейчас сделал? Я просто посмотрел на этого, на кого там нападали-то, я уже забыл. У него мало мощей, да, но у него были все одеты по статусу. И он меня порвал. Хотя у него мощей было в разы меньше. Даже несмотря на то, что у него этот свистун там сидел на балконе. Так, где он там? Кирсон, по-моему. Да, если не ошибаюсь. Да, Кирсон, вот теперь мы с ним практически на равных. Давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так. Да, ядрить тебя на корень. Ну, краса, ну ты... Ну ты вообще, я не знаю, блин, все. Убили моего сфериста. Так, подождите, пока есть шанс, ребята. Нет, только не надо станет, не надо станет. Да добей ты этого. Ну, да ядрить-то на корень. Ну как так, ну как так можно было нелепо проиграть, блин. Ёлки-палки, не успел выстрелить. Да это катапульта гребаная, она. Сами видели, ребята, меня в стан вогнало. И из-за этого я только пропустил удар. Блин, может быть ему тяж одеть, а? Может... Вот был бы он в тяже, он бы этот удар выдержал, ребята. И он бы добил бы этого вонючего лучника. Но он у меня был в обычной робе. Поэтому и проиграл. Ладно, мы сейчас, ребят, отхилимся и попробуем еще разочек. Так, что тут у нас? Ага, спасибо. Спасибо вам за подарки. Так, ну давайте посмотрим, что тут выпадет нам. Ага, ресурсы, отлично. Так, 254 тысячи у меня. Не так уж и много, ну и немало. Все равно я буду копить 750 штук. Не знаю, сколько у меня на это уйдет времени, но я их буду копить. Да, жалко, конечно, что меня немножко сбивает с толку моя работа, потому что я когда пойду, замок мой будет беззащитен, ребята, понимаете? Поэтому кто захочет поживиться, может, в принципе, наслаждаться этим моментом. Ой, так что вот такие вот пирожки, ребята. Да, эпическая броня, блин, как же я хочу ее одеть, а? Смотрите, у нее такие хорошие статы. Сила магии, плюс 826. Жаль, здесь нет, знаете, что, ребята, вот в этой игре, чтобы посмотреть полностью, сколько у тебя идет прибавки, там, например, атака, да? Грубо атака, там, например, твоя основная атака, ну, там, например, 200. И вот эти вот плюс с нарастающими статами, там, 800, 600, 700, ну, это все в плюсе, это я имею в виду взять от амулетов, от посоха и в общей сумме, чтобы оно складировалось. И показывали тебе общий результат. Вот это было бы, да, эффективно. А так ничего не понятно, так смотришь, ну, что, 862 к магии, и чего? Насколько у тебя повышается удар, например, того же самого выстрела с посоха? Не понять. Так, что тут у нас? Башня лучников. Да, башня лучников, это, конечно, хорошо. Но я думаю, что я все-таки оставлю, наверное, ледяную. Да, она наносит 100 урона, но в то же время она оглушает. Это огненная 200 наносит, ну, всего лишь 200. Вот, ядовитая, конечно, тоже неплохо. Она может еще травить, но она мне не нужна. Ну да ладно, это было небольшое отступление, что у меня мои отхилились, и поэтому, ребят, нам пора опять навестить Кирсона, или как его там звать-то? Ну да, Кирсона. Сейчас мы, как говорится, берем у него матч-реванш. Ну-ка, ну-ка, мне самому интересно, затащим мы сейчас или нет? Ведь все равно же разбомблю его, а? Должен, по идее. Блин, ну почему, краса, ты так быстро у меня падаешь, а? Ой, ребят, по-моему, тут вообще очень плохо.
плохи как-то дела идут. Вообще отвратительно, ребята, вообще просто безобразно. И где же мы так интересно сплоховали, я не понял. Очень странно. Ладно, минус 15 очков ПВП, это очень хорошо. Единственный момент в проигрыше плохой, это значит что? Что постоянно приходится всех отхиливать. И занимает это довольно долгое время. Так, одевай-ка магическую доспешку свою. Так, что у нас тут? Ну, в принципе, больше тебе ничего. Надо лишь, ребята, немножечко подкорректировать, я больше чем уверен в этом. И мы с вами его завалим. Просто надо найти ключик этот, к его замку, к его защите. Этот лучник там еще, который сидит на балконе, как дал бы ему действительно, блин, это, с рогатки в глаз, чтобы он улетел. Он вроде мелкий, да, ничего особого такого не делает. Но как он нервирует, а? У него же тоже, по-моему, ледяной, да, был? Если не ошибаюсь, или ядовитый у него. Не, вроде ледяной, потому что он станил. Вот я говорю, мелкий прыщ, да, вонюч. Ну, это про клопа, правда, говорится. Но он будет прыщом. Так, давайте, ребятушки, отхиливайтесь. Тут 12 часов. Блин, 13 часов у меня еще будет делаться лаборатория. Блин, обалдеть. Любомирчик тут у меня ходит, наслаждается жизнью. По замку, правильно. Так, ну что, эти ребята у меня уже отхилились. Давай менять их. Так, беги, родной Дмитрий. Что ты у меня? Я не знаю. Блин, лук 440, да? Необычная броня. Для мага причем. Все великолепно, но ничего не подходит. Будем ходить в своих этих первобытных тряпках. Правильно, ребят, тогда писали? Эта шмотка скоро устареет. Она уже устарела, ребят, уже устарела. Никуда не годится. Меч этот зеленый, да, я не спорю, он хорош. Но на 43 уровень, на 2 атаки больше, чем у меня топор. Ну, это как-то глупо немножко смотрится. Не закончить. 319 нужно кристаллов, а у меня всего их 212. Не успею. Ну, донать я не буду ради этого ерунды. Дождусь, когда отстроят своими силами. Так, ну что, отхилились? Отхилились. Давайте, ребята, ставим их обратно и еще разочек навестим Кирсона. Пускай он не расслабляется. Он, наверное, посмотрит потом статистику и скажет: блин, Рэй, да ты что, припух, что ли, блин? 6 атак на меня кряду. А я скажу: ну извини, братишка, я просто хотел сливать свой рейд. Так, понеслась. Нет, я не понимаю, почему краса так быстро падает. Ну вообще, вата ватой. Уй, маг упал. Эй. Нет. Ощущение, что мне его просто просто не победить. Ёлки ты палки. Какая-то атака была у нас. 5-я или 4-я. И все как в пустые ворота, блин. Как будто, знаешь, я забежал. А, привет. А, это ты опять прыщ завалил. Иди отдыхай. Ну что, ребят, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. А на этом все, ребята. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч.